Всем привет! Давайте сегодня приготовим курицу и айву. Для этого возьмем айву, нам понадобится одна штука. Очистим и крупно нарежем. Если курица большая, то можете использовать две. Курицу наполним айвой и черносливом. Это придаст особый вкус мясу. Ну и сама айва будет очень вкусной. Затем зубочистками зашьем попку. Приготовим смесь из специй, смешаем красный перец, куркуму и соль. Кто не любит, чтобы было остро, перца можно использовать меньше. Все перемешаем. Курицу обмажем этой смесью. Она у нас будет таким приятным желтым цветом. И уберем в духовку на 1,5 часа при температуре 180 градусов. Курица готова. Такую курицу очень вкусно есть с рисом. По вкусу очень приятный аромат. Очень остренькая курица. Всем домашним понравилось. Но учтите, что курица острая, поэтому перца добавляйте по вкусу. Кому понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь с друзьями в социальных сетях. Всем до новых встреч!